Всем привет! Решила показать вам, как я провожу утренний обход. Смотрю на свои растения, любуюсь ими. Вот они мои хорошие. Это не все, конечно. Раскиданы по теплице тут и там. Ой, какие они классные! Какие они красивые! Посмотрите. А вот это моя гордость. Это самая-самая первая ячвери агавоидная, которую я вообще себе приобрела в самом начале своего суккулента пути. И вот она какая. Она сидит в самом большом горшке. Ну, я имею в виду среди ячверей. Вот это мадиба тоже. Если я не ошибаюсь, что это мадиба, но она тоже достаточно крупная. Недавний мой мини-сад, который я сажала, решила все свои подросшие красулы посадить в один горшок. И, кстати, я заметила, что в этом году красула спрингтайм, вот она стоит, маточное растение, видимо, решила отцвести раньше. В прошлом году она цвела зимой. И вот еще уже прям в цвету. Ну, кстати, ячеверия, которую я не так давно обрезала леской, вот на ней уже три детки есть. Макушка еще стоит на укоренении, еще не дала корешков. В целом все хорошо. Сейчас покажу еще свои иониумы. А вот они, мои красавчики. Вот они. Какие они огромные. Класс. Кстати, вот красула. Помните, я как-то в сторис показывала. Красула серповидная, которую вот здесь вот в центре, вот здесь в центре, сильно-сильно погрызла гусеница. Две даже. И вот она потихонечку-потихонечку начинает растить свои листочки. Правда, они погрызанные, покореженные, но тем не менее все хорошо. Вот такая она большая. Кстати, есть еще один вот череночек огроменный. Кому надо, могу вот этот вот продать. Пониум седифолиум. И вот эта вот красавица ячеверия декора на вот этой толстой ноге. Беспощадно стригу ей цветоносы, и она их постоянно-постоянно растит. А рука не поднимается обрезать. Так боюсь, что могу погубить, потому что ствол реально очень толстый. Но, наверное, все-таки решусь, обрежу ей макушку, чтобы переукоренить. И тут еще вот такой стеллажик. И тут стеллажик с малышней. Вот. Моя мечта красула тетрагона. Наконец-то она у меня появилась. Я так давно за ней гонялась. Кстати, вот этот черенок, это иониум санберст крестатный. Одновременно с ним срезала еще черенки. И, видимо, вот эта вот розетка и вот эта розетка, они решили раскрестатиться, хотя срезаны с одного растения. Прям интересно очень. Было их три, одну уже я продала. Вот еще крестатный черенок. Все одновременно с одного растения срезались. Но природа распоряжается иначе. И, видимо, все хотят расти нормально. А я вам желаю отличного настроения, хорошего дня. Вот такая мини-экскурсия получилась. А тут пришла моя доча.